Мы были рядом с ними с самого начала. Мы вместе переживали эмоции самого настоящего теннисного представления. Мы вместе делили победы и поражения. Но мы всегда шли только вперед. В сентябре командный чемпионат мира Davis Cup возвращается. Финал пройдет в Дании, где наша национальная сборная команда поборется за проход в первую группу евроафриканской зоны. Приглашаем всех вас поддержать вместе с нами национальную сборную Davis Cup. Вместе за Молдову!